Друзья мои, приехали мы за продуктами. Мелкая и не очень выглядит, конечно. Лук тоже не очень, мы берем. Что-то все покончалось. В магазине нормального выбора нет. Масло берем. Были в магазине, небольшая распаковка. Масло. Капустка. Морковки вообще выбора не было. Немножко огурцов. Любимая Ангелинкина. Шампунь. Лук. Ну и мясо, свинина. Два пончика. Один шоколадный, один такой. Выберешь, какой тебе нравится. Масло сливочное. Мазик. Лепешки мои любимые, сырные. Чай. Ну, а это сладости к чаю, шоколадки. И гостинчик от свекрови. Кофе вот такое она передала. Сыр, мясо, окорок губернский, еще что-то, сало, наверное, сало, да, шпик копченый, как пахнет, ням-ням, спасибо ей большое. И хвостовары. Там полотенца бумажные, губки, ватные палочки, это сода и мусорные мешки. Вот наши покупки.